Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа рукоделия и я, Вика. Сегодня у нас рубрика полезных советов от зрительниц. Я буду доделывать вот эту вот шапку, буду довязывать резинку для того, чтобы закрыть лоб. Вот, довязывать буду, добирать петли вот из этого места и вязать резиночкой, я так думаю, 1 на 1. Вот, и вязать буду укороченными рядами. Начинать буду, вот сейчас посчитаю, сводить буду на нет вот в это место. Значит, начинать буду где-то отсюда. Вот и здесь вот у нас примерно вот так вот получается. Нет, надо посчитать одинаковое количество рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вот из 15 ряда я и буду начинать вязать. И закончу 15 с этой стороны. Вот, я думаю, что так можно сделать любую шапку, даже покупную, если вы купили и видите, что лоб ребенка открыт. А в моем случае это получилось, потому что я все-таки еще не бабушка, а ребенок у меня был давно. Вернее, а ребенок у меня уже очень взрослый. Как-то меня это вообще не волновало. Вот, и я из каждой, как бы с каждого ряда набираю по одной петле, с каждого вот этого платочного ряда. Первый ряд, понятное дело, что так, и здесь теперь считаю тоже, чтобы было 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1 лишняя. Из 15 последняя. Вот, теперь. Ряды у нас не укороченные, вернее, потом я буду добирать эти петли. И теперь перехожу на резинку 1 на 1. Так, провязала я 1 ряд, и вот теперь я буду здесь вот добавлять по 3 петли в каждом ряду. Смотрите, раз, лицевая, то есть по узору я буду их ввязывать сразу же здесь. Изнаночная и 3-я лицевая. Вот в каждом ряду по 3 петельки я буду еще вытаскивать. Лицевая. Теперь следующий ряд. Вот, довязала до конца ряда. Теперь здесь снова 3 петли в каждом ряду. 1, 2, 3. Поворачиваемся. И так в каждом ряду я добавляю по 3 петли, пока не дойду вниз. Так, смотрите, я вот так вот добавляла по 3 петли и приблизилась уже к завязке. Это у меня, сейчас скажу, сколько рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Это 10-й ряд. И вот теперь я вяжу вот эти 2 последние ряда. Видите, еще добавлю здесь, чтобы было до конца. То есть, чтобы не было закончено где-то в этом месте, да, зачем нам. Значит, это 10-й ряд, в 10-м ряду. Вот здесь у меня выходит еще, ну, все правильно, по 3 и 2, потому что последняя была из 15-го как бы ряда. Так. Последний ряд, вот еще 2 петли здесь у меня будет. И потом все петли закрою, и все. Вот я довязала до конца следующего ряда. Сейчас еще здесь подниму 2 петли и все петли закрою. Вот. Все вот таким вот образом. Я думаю, можно 100% обвязать даже покупную любую шапку, если вам не нравится, как лоб у ребенка закрыт. Вы можете это все подкорректировать. Закрывать я буду по узору, то есть смотрю, здесь изнаночная, значит я закрываю, провязываю 2 петли вместе изнаночная. Здесь вот лицевая, значит 2 петли вместе лицевую. Изнаночная. Сейчас я закрою все петли, вот, и покажу вам на манекене. Смотрите, закрыла я все петли, и вот хорошо у нас все перекрывается резиночкой. Здесь вот последняя моя петля. Вот, я ее просто закреплю и продену сюда вовнутрь, спрячу. Все, мы спасли шапку, девчонки, благодаря вам, моим подписчикам. Смотрите, какая красота! Господи, спасибо вам, мои гениальные подписчики! Какие же вы у меня крутые! Я с вами учусь, 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 учусь. Еще мне учиться и учиться. Все, красота неописанная. Смотрите. Все, девчонки, спасибо автору. Имя, к сожалению, я не знаю, как правильно выговорить аккаунт, поэтому не озвучивая, вначале я скрин показала. Вот такая вот получилась доработанная у нас шапочка. Я считаю, шикарная. Шикарная. Все, спасибо всем, пока, девчонки, ждите. Уже пинетки есть, и варежки, и снуд, все есть. Ждем монтажа. Всем пока.